Продолжим рассмотрение обходов. Свойства обхода. Обходы с аутентификацией. С аутентификатором. Рассмотрим тот пример, чтобы пояснить эти свойства, которые мы в прошлый раз рассматривали. Пример. Ну, во-первых, давайте еще одно определение. А именно матрица Тельта ЕС. Ну, где, соответственно, Е, то есть меняется от единицы до мощности Е, и С лежит С. Матрица. То есть фактически эта матрица реализует функцию, то есть с помощью матрицы, давайте обозначим ее, скажем, дельта, с помощью матрицы дельта реализуется собственно функции, а именно Е, которая отображает пространство состояния, множество сообщений. Ну, вот давайте теперь рассмотрим конкретный пример, чтобы понять, как это будет действовать и табличное задание матрицы, и свойства. А именно пример, который мы рассматривали раньше. То есть мы просто его записывали, но не исследовали. Правильно кодирование. 2 и 3.
мечты. И, собственно, матрица кода и матрица кодирования. У нас будет выглядеть следующим образом. Табличное задание кода, это значит матрица кодирования, а табличное задание кода будет выглядеть так. То есть, ну, тут, в общем, это будет матрица Лепельника. Вот. И, соответственно, тут будет тоже Е1, Е2, Е3, Е4. Ну и здесь будет теперь у нас два целевых состояния, то есть это матрица 2, 4, 2, S1, ну, то есть не S1, что обозначает конкретно. Ну, давайте посмотрим. Если у нас правило кодирования Е1, то H переходит в M1. А Т переходит в М2. При правиле это кодирование Е2. То есть мы эту функцию правила, которая определяет правила кодирования, как матричную функцию рассматриваем. Е2, значит, М1, М3. Е3, соответственно, М2. М2, то есть тут расщепление у нас идет М2, М3, вот, и М4. Ну и здесь при Е4 H переходит в М4. H переходит в М4 и Т переходит в М4. Табличное задание кода вот с помощью такой матрицы. Далее, ну, матрица инцидентности. Матрица инцидентности, ну, мы писали, в общем-то, матрица инцидентности. Ну, она будет уже получена из матрицы кодирования M1, M2, M3, M4. Просто единицы. Там, где есть у нас значение постоянного источника, заменяются единицы. У нее остаются 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ну вот эти матрицы полностью определяют. Ну, давайте проверим, соответственно, проверка условий. Проверка условий 1.5, которые условия входа мы рассматриваем. Давайте посмотрим. Ну, условие 1. N у нас равняется от единицы по всем E. Вот.
S. Чому она равняется? Е1 от S. То есть куда переходится, переходит состояние. Ну вот матрица есть. Е1 от S. Это, они для всех этих значений вот S, они могут M1, M2. Е2 от S. Соответственно, с помощью табличного создания кода, табличной матрицы кодирования, мы получаем сразу легко M1, M3. Вот. Е3 от S. Вот у нас будет множество таких значений. M2, M3 и M4. Ну и Е4 от S. Вот у нас M3, M4. Ну и давайте объединение рассмотрим. Ну, очевидно, что объединение, то есть встречается M1, M2, M3, M4. То есть M выполняется. То есть M именно состоит из всех сообщений, которые получились при нас. При применении конкретных правил шифрования. Свойство 2, давайте посмотрим. То есть, давайте так и напишем. Свойство 1. Свойство 1. 1. Свойство 2. Это подчеркнуло. Перед глазами у нас какое-то время будет. Попробуем воспользоваться другой частью доски. Свойство 2. Свойство 2. Ну, свойство 2 у нас такое было. Однозначно старше права. Ну, для любого. Если мы применили любое правило, значит, любого S и любого E, если мы любого E, если мы это правило применили, кодирование, то E от и мы возьмем обратную функцию Е, то всегда получим S. Это свойство 2. Ну и давайте посмотрим теперь. Ну давайте выберем Е1. А Е это обратная функция. Обратная функция, да. Обратная функция. А если у нас Е в целом, да? А если у нас функция многозначная, у нас же Е. Ну, все равно будет однозначная. Вот тут у нас с расщеплением, да? Все равно с расщеплением, значит, будет какой-то представлен. Ну и мы проверим, что и для одного случая, и для другого раскодирование будет однозначно. Ну вот Е1. Проверим. То есть Е1. Надо проверить процесс. И, соответственно, взять обратную F1, вот должно получиться S. Ну, давайте посмотрим. E1A. Ну, E1 от H.
є один. Ну, є один этаж, у нас третій этаж М1. F є один, от три мані. Ну, смотрим по таблиці. Кодирование. Обратная функция. Здесь стоит значение обратной функции. Ну, по определению этой таблицы. При M1 и E1 получаем A. F, E1, от E1, от T. Ну, будет F, E1, от таблицы. Табличному заданню функції, тут проще. D1 от T, от M2. Обратна функція от M2, смотрим здесь. D1 от M2 на пересечении стоит T. То есть D1 выполняется. Ну, я не буду проверять, но давайте, может, еще какую-нибудь проверим. Функции F от, ну, скажем, давайте вот эту E3 возьмем, да, где у нас расщепление есть, от E3 от H, ну, то есть не от H, а E3 от, ну да, от H. Ну, давайте посмотрим, F от E3 и E3 от H. Или M1 или M2 мы выбираем. Ну, давайте возьмем E3 на H. Ну и давайте посмотрим далее. Значит, F обратная функция от M3, E3 от M3. Вот, получается H. Поменяется H. Ну и теперь, значит, F E3 E3 T. Ну, равняется, соответственно. Равняется F E3. Ну, смотрим от T M4. M4. И по этой таблице E3 M4 на пересечении дает T. Ну, вот E3 проверить, ну, в общем, аналогично проверяется и для функции E1 и E2. То есть, ну, отсюда я не буду, тут уже ясно, как делать, да? Отсюда следует свойство. Ну, аналогично можно, кстати, здесь проверить для... Мы взяли M3, вот в этом случае, для M2, если мы возьмем здесь с расщеплением M2 представлено, будет и F3 от M2. Смотрим, F3 от M2. Ну, тоже H. Тоже H. То есть, однозначно раскодирование. Свойства 2 выполняются. Выполняются. Давайте посмотрим дальше. Это я уже могу стереть. Ну и вот будет, видимо, задача на контрольной. Проверка этих свойств. Свойство 3. Свойство 3. Ну, свойство 3. Очевидно. То есть свойство 3. Мощность M, ну, больше строго мощность X. Ну, вот и написано. 4 больше 3. Очевидно. Очевидно. 4 больше 3. Это для любого M
значение не. Ди мощности, 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 мощности. Ну давайте проверять теперь. Есть R1. Это значит множество. Ну я напомню, что такое ЕРТМ1. ЕРТМ вообще. Это у нас как идет как шифр текст. Это множество, состоящее из множества тех состояний. Ну, для которых существует, в общем-то, S такое существует. S, что N, а уже S было. Может, какой-то окей, тоже. Ну, множество тех S, что существует S. О, ну да, существует множество тех E, конечно. Множество тех E, что существует S такое, что M равняется E от S. То есть, E от M1. Ну, давайте посмотрим, с помощью каких правил кодирования может быть получено M1. M1 может быть получено только если кодировать H. То есть E от M1 это будет множество, состоящее из правил кодирования E1 и E2. Е от Е2. Е от М2. Это будет множество состояний М2. Может быть получено состояние Е1 и Е3. Ну, Е от М4. От М3. М3. Ну, оно может быть получено М3 вот кодированием множественными состояниями Е2, если Т кодировать Е2, или H кодировать вот Е3, или, соответственно, Т с помощью Е4, то есть будет Е2, Е3 и Е4. Вот. Ну и Е от М4. Ну, М4 может получено, если использовать правило кодирования Е3 и Е4. Ну, вот мы записали, соответственно, все эти соотношения М4 и так. Ну и отсюда следует. Сразу отсюда следует. То есть свойства 3, свойства 4 выполняются. 4 выполняется. Выполняется. Ну действительно. Мощность E от M должна быть больше единицы и меньше, чем 4 у нас. Е равно 4. Ну, все они 2 будут больше единицы меньше 4. Это будет. Ну, вот самое большое 3 все равно меньше 4. То есть свойство 4 выполняется. Теперь давайте свойство 5 последнее. Там может быть самое интересное. Свойство 5. Следующее. Пересечение по всем Е, принадлежащих Е от М и, соответственно, Е от С. И это должно равняться точности М. Пересечение.
Ну вот давайте пока эту часть не будем стирать. Вот эти вот. Они нам понадобятся. Вот. И будем как раз это свойство проверить. Ну вот для MG. Для M1. Ну давайте смотреть для M1. Что у нас получится? Ну, Е от М1 для кого-то. Значит, мы должны найти пересечение для М1. Пересечение по вот, Е от М1, это Е1 и Е2, по всем Е1 и Е2. Ну, тогда давайте вот так напишем. Сразу напишем. Так. Ну да. То есть Е от М1 равняется Е1 и Е2. И, соответственно, Е1 от S. Чем равняется? Е1 от S. Это равняется вот так. Вот матрицу котируем. Е1 от S равняется S у нас HT. И вот, соответственно, если мы применим Е1, то получится М1, М2. Е2 от S. У нас равняется М1 М3. Ну и пересечение Е1 от S. Пересечь Е2 от S равняется М1. То есть для М1 выполняется. Ну давайте посмотрим для М2. Ну, вот Е от М2. То есть нам надо проверять вот М2. Е от М2. У нас вот записано Е от М1, Е1 и Е3. Ну и соответственно. У нас уже понадобится. Поэтому здесь можно записывать. Соответственно, Е1 от S. Ну, мы уже писали. Это равняется М1, М2. М1, М2. И Е3 от S. Е3. Ну, смотрим. Е3 от S, это будет М2, М3, М4. М2, М3, М4. Вот. Ну и пересечение. Е1 от S, пересечение Е2 от S, у нас получится, соответственно, когда пересекаем, будет М2. М2. Выполняется для М2. Так. Что?
образом что-то. 5 выполняется. Выполняется для М2. Так, ну, я не буду проверять для М3, а напишу просто. Для М3 5 выполняется. Выполняется. Проверка показывает. А вот для М4 сейчас увидим, что оно не будет выполняться. Вы откуда знаете? Проверка. А, уже проверили? Да. Да. Ну, тем как-то быстро. Для М4. Для М4. Ну, давайте я запишу, ну, во-первых, я от М4 равняется Е3, Е4. Ну и соответственно Е3 от С пересечь с Е4 от С. Ну это будет, я просто буду записал Е3, это будет М2. Ну и мы можем посмотреть по этому, по этой таблице М3 вот М2, М3 и М4 и пересечь М4, выписано это будет множество М4 М3. Ну, когда мы пересекаем, то видим, что это будет множество из двух элементов М3 и М4, то есть свойство 5 не выполнено. Выполняется для N4. О чем это говорит? Это говорит о том, что тут возможна атака. Ну а именно, если пришло сообщение, скажем, M3, то криптоаналитик сможет тогда послать сообщение M4. И оно будет принято за аутентичное, достоверное, то есть нормально. И наоборот, если получил криптоаналитик, перехватил сообщение М4, он может послать сообщение М3, и оно тоже будет принято за правильное. То есть вот на этом примере так свойство становится более очевидным, то и зачем. Ну теперь эта таблица еще можно рассмотреть следующее. Вот в этой таблице, например, если пришло сообщение М2, здесь мы не можем определить, раскодировать, не зная правил кодирования. То есть, так как здесь может быть, если пришло М2, во-первых, любое из этих сообщений прийти. Ну и кроме того, если мы пошлем какое-то ложное сообщение, вот, например, мы напишем М2, а в самом деле использовался правило кодирования, а Б используется Е2, то Б при раскодировании получит 0. И сразу увидит, что это сообщение ложное. Оно не аутентифицировано. Ну вот М3 тоже не определяет однозначно при раскодировании сообщения. Тут может быть и состояние с точки критерия Аштар. И М4. А вот М1, если пришло сообщение, то уже однозначно ясно, что послано было сообщение о состоянии источника H. Поскольку при любых правилах кодирования здесь присутствует только H. Значит, ну и соответственно, если для М1, М3, М4, можно сказать, что это состояние источника, кроме того, что аутентифицируется, еще и секретится. Потому что нельзя определить, то есть можно сказать, шифруется.
то M3 не шифруется, оно в открытую идет. Но то, что оно будет подлинное, проверяется с помощью этих книг. Ну вот давайте теперь посмотрим. Сейчас, наверное, тяжелее.